Доброе утро. Марафон уже в прошлом, прошла, только что пришла. Эфир. А знаете, что хочется вам сказать? Посмотрите старые фильмы, например, «Девчата», «Валентина, Валентина», знаменитый, конечно, фильм «Вокзал для двоих», «Москва слезам не верит», «Большие гонки». Это американский фильм, старый. «Макс, кнопку!» С Челентано, «Укрощение строптивого». Я просто в восторге от его комикса в фильме. Как они хорошо сыграли. «Офицеры». Это как на каждый праздник 9 мая показывают фильм «Офицеры». И я его смотрю, и смотрю, как будто я его первый раз смотрю. Это патриотический фильм, патриотизм. Я всем желаю хорошего дня. Сегодня среда. Я вам буду каждое утро желать залося, чтоб сбылося, мечталося, любилося. Хорошего дня, ребята.